Я сейчас нахожусь в состоянии какого-то сюра полного, как будто это происходит сейчас не со мной. Значит, меня на скорой помощи привезли в шестую инфекционную больницу, которая закрыта под коронавирус. Значит, это моя палата. Сейчас попытаюсь вот просто снять. Посмотрите, это палата, в которую меня поместили. Это кровать, которую мне сказали лежать. Я не знаю, кто на ней лежал дальше. Мне сказали, что это свежая кровать. Посмотрите, господин Руденя, уважаемый госпожа Максимовна, Максимова, депутат Государственной Думы. Смотрим, как лежат пациенты. Смотрите, Единая Россия, депутаты. Круто. Вот. Это так лежат больные. Посмотрите. Это шестая инфекционная больница, которую закрыли под инфекцию. Вот это вот сейчас. Я буду вот здесь лежать. Я буду лежать головой на батарее. Ну, понимаете, да, с двусторонним воспалением легких, которые мне сейчас поставили. Я буду вот так вот лежать головой на батарее. Сейчас мне принесли еду. Ну, пластиковые вилки. Сказали, что ничего не выкидывать. Вот это не выкидывать, потому что мне завтра будет нечем кушать. Ну, слава богу, я из дома собрала. Вот это вот. Сейчас я нахожусь в инфекционной больнице. Вот, это инфекционная больница. Я в ужасе сейчас, на самом деле. Я не знаю, как мне вот на это вот. Вот на это вот я сейчас лягу. Вот на это вот я сейчас лягу. Не страшно? Вам? А вам не страшно, нет? Я сейчас я нахожусь в состоянии полного шока. Я даже не знаю, что мне вот сейчас вот делать. 7 числа у меня взяли анализ. Вот тут. Все, видите, вот инфекционная больница, вот это. Раковина, туалет там, на этом самом, никто не в масках сейчас, со мной бабушка лежит, которая попросила, выпросила просто маску. Они увидели, что я снимаю это все, они принесли ей маску. Я в своей маске нахожусь. Я не знаю, это какой-то страшный сон, я не знаю, это не со мной происходит. Я могу сказать одно. Я уйду сейчас отсюда. Кто меня остановит? Кто меня остановит? Я сейчас отсюда уйду. Я не могу. Я с ума схожу просто. Вы понимаете? Это 21 век. Суки, вы 14 самолетов в Италию отправили. 14 самолетов. Вот это вот. Один самолет в США. Ну что, депутаты, блин, посмотрите от Единой России, как вот это вот люди лежат. Это инфекционная больница, посмотрите. Зато здесь визитки лежат с рекламой врачей частных. Я вот сегодня вот так вот сплю на батарее головой. Вот, круто, смотрите. По коридору ходят больные без масок. Мне сейчас, девочки в чумных костюмах, мне сделали анализ. Я говорю, когда будет готов анализ? Задаю вопрос, когда будет готов анализ. Они сказали, не знаем. Я говорю, сейчас рядом со мной находится тоже такой же больной человек. Человек, который находится в группе риска. Не только я, еще человек, который в возрасте рядом со мной находится. И тоже неизвестно, есть у нее этот коронавирус или нет. У нее тоже сейчас двухсторонняя пневмония, видимо, потому что она еле дышит. Дальше что? Если у меня пневмония, дома могу лечиться. Они меня сейчас закрыли здесь. И они говорят, ну, если у вас ее нет, а у другого человека есть, то вполне возможно, что он у вас уже тоже есть. Вы уже в больнице. Ребят, вы с ума сошли? Вообще, что происходит в этой стране? Ау!